Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная обстановка в республике остается напряженной. За последние сутки зарегистрировано 163 новых случая коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по республике. В целом по республике отмечается повышение количества случаев. В основном это повышение связано прежде всего с открытием нашего с вами учебного процесса в школах, в средних специальных учебных заведениях, высших учебных заведениях. В связи с чем обращаемся к вам на необходимость, с просьбой о необходимости соблюдения мер, прежде всего, значит, непосредственно связанных с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными указом главы Республики Саха-Якутия по ношению масок, соблюдению дистанции и, конечно же, наличию вакцинирования. В случае, если вы работаете с людьми, в случае, если вы находитесь в близком контакте со своими, значит, людьми, коллегами, ну и, конечно же, родственниками. В городе Якутске зарегистрировано 93 новых случая. В Амгинском районе сегодня отмечается повышение этих случаев 10, в Алданском 8. По 6 случаев зарегистрировано в Мигино-Кангаласском, Мирнинском районах. По 5 случаев в Нерингринском, Оленёкском, Усть-Майском, Хангаласском. По 3 случая в Булунском, Вилюйском, Ленском, Амомском, Намском и Чурапчинском районах. По 2 случая зарегистрировано в Кабее и в Сунтарах. Лабораториями Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения осуществляется тестирование. За последние сутки отмечается очень высокий уровень тестирования. Проведено за сутки 4153 исследования. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается активная фаза вакцинирования от новой коронавирусной инфекции. За последние сутки на последние сутки в республику поступило 485155 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Необходимо сказать о том, что сегодня у нас из количества, которое поступило, использовано 69,5%. Первую вакцину получили 331281 человек на территории нашей республики. Спасибо.